Ну и погодка. Она сейчас пребывает в состоянии неопределенности. Ее, эту неопределенность, формирует в атмосфере Хабаровска и края сразу три силы. Это Ахатаморский антициклон, Арктический фронт и теплый тропический воздух. Между собой они соревнуются. И непостоянство в погоде в максимальной своей фазе достигнет в субботу, в нынешнюю субботу. Именно в этот день пройдут осадки. Но где-то это будут легкое накрапывание, а где-то пройдут ливни с грозами, когда за раз может выпасть до 33 миллиметров осадков. Это существенно. Таким образом, вы проверите свою карму. Ко всему этому может еще усилиться ветер до 15-20 метров в секунду. Кратковременные дожди и ливни время от времени сохранятся также и в воскресенье, и в понедельник. Ну а температурный фон этих выходных плюс 26, плюс 28. Дальше температура будет только расти, и к среде она достигнет 30 градусов и продержится в Хабаровске до выходных. Это будет макушка лета. Дальше уже все дело пойдет к холодам. Успейте насладиться летом в Хабаровске. Увидимся.